быстрорастущем микрорайоне Министерские озера практически готова к открытию школа на 1100 мест. Министру показали уникальный спортзал «Трансформер», в котором можно заниматься десятками видами спорта, актовый зал, оснащению которого позавидуют многие кинотеатры, а также учебные кабинеты, оборудованные по самым современным стандартам. В нашем месте такого не было. Это точно. Строят новую школу и в микрорайоне Северная Бытха. Там же фактически готов детский сад, который одновременно смогут посещать до 300 юных сочинцев. Сейчас вот как раз школу планируем 1 сентября открыть здесь полностью весь этот комплекс. Всего на курорте на разных стадиях строительства и проектирования сейчас находятся почти 50 школ и детских садов. А для создания комфортных условий не только в образовательных учреждениях, но и в целом в жилых микрорайонах Сочи большое внимание уделяется и развитию коммунальной инфраструктуры. Это стало одной из главных тем, которые в ходе визита Ирек Файзулин обсудил с городскими властями на модернизируемом комплексе очистных сооружений «Бзугу». Понятно, но вы там обошли, а вот на концевую точку-то вот вы придете с глубиной заложения 12 метров. Очистные сооружения важны не только для комфортного быта сочинцев, но и для экологического благополучия. В частности, это позволит сделать чище воду у сочинского побережья, которое у многих туристов ассоциируется с главной городской набережной и пляжем «Маяк». Здесь планируется серьезное обновление, в том числе расширение пляжной полосы на 30 метров, демонтаж бун и строительство для защиты пляжа волноломов. Это вот там, где мы сейчас находимся, 500-метровая зона. После осмотра объектов министр строительства и ЖКХ провел рабочее совещание в сочинской мэрии. Он высоко оценил работу городских властей и отметил, что его ведомство готово всячески поддерживать все инициативы и проекты, направленные на улучшение благосостояния курорта и жизни сочинцев и гостей курорта. Уже более миллиона приехало сюда жителей нашей страны, чтобы отдохнуть, чтобы посмотреть на изменяющуюся территорию. Поэтому без внимания, Алексей Сергеевич, оставлять не будем оперативно. Значит, вот те предложения, которые обсудили, мы совместно отработаем. Еще до завершения визита приняли важное решение по процедуре согласования проектов.